Привет, друзья! Вот подписывайтесь на канал моего сына Лена Алиева, там много интересного. По крайней мере, это он придумал. Если человек напряженно читает что-то или думает что-то, тягивает голову, плечи, то надо делать несколько раз это как упражнение осознанно, и потом свободно сидите и меньше напрягайтесь. И на канал моей дочери Шейла Алиева, это она там придумала. Такие вещи, о которых я не додумался. И вот сейчас подписывайтесь на канал Киселёва и моего друга, которая подарила мне, сейчас я вам такой опыт сделаю, подарила мне авторское произведение, лично для меня вот такие вот ароматы. Сейчас я сделаю опыт. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Так. Так делал раньше профессор на лекции в мединституте или каком-то университете делал, но только чуть-чуть по-другому. Но я вам сейчас скажу, как он делал, а мы сейчас сделаем вот так. Я беру ароматы Валентины Эдуардовны Киселёвой, которую она мне подарила лично. А я никогда раньше ароматами не пользовался. Делаю вот так, и кто первый почувствует состав, ощущения необыкновенное, потрясающее, потрясающее, друзья. Да-да, подписывайтесь на эти каналы, о которых я сказал, а кто сейчас почувствовал вот этот аромат, пишите комменты, а теперь я скажу вам, что делал профессор, выходя с пробиркой воды на лекции раньше. Он говорил, вот здесь бензин или спирт, да, и там ряды студентов сидят, вот там на первом ряду, на четвертом, на десятом, и говорит, сейчас открываю крышечку, кто первый почувствует запах, поднимите руку. И тут поднимают, здесь, там. Да. А потом он говорит, а здесь дистиллированная вода. А здесь, это он проверял внушаемость, а вот здесь вот не дистиллированная вода. Здесь на самом деле такой аромат. Ну вот кто почувствует, пожалуйста, пишите. И завтра я вам тоже кое-что скажу. Но самое интересное, это то, что в интернете, как и 100 лет назад, управляет людьми тот и вниманием тех, что известность. Вот известный человек, он управляет вниманием. Чем больше у него там вот этих вот подписок, чем больше у него каналов, чем больше у него званий, авторитет, у него такой имидж, чем больше у него имидж в интернете, тем больше он и лидер мнений. Итак, друзья, чтобы вы, если хотите получить, это небольшое лукавство, но на самом деле, если вы хотите получить больше интересного материала, как пишут сегодня все в интернете, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и наша школа «Человек будущего» «Home Futures» будет развиваться. А в следующем ролике я вам расскажу кое-что. Как важно высыпаться, потому что по слухам, или так было на самом деле, по политике, кто спал до самого вечера и только с вечера работал, тот и управлял страной. А почему так надо высыпаться? Я не знаю, видимо, потому что эти были слухи, чтобы показать, а может быть было правда, но по крайней мере я, когда высыпаюсь, клетки мозга восстанавливают свой биохимический питательный баланс в клетках мозга больше кислорода. И время от времени засыпаю и просыпаюсь, я перехожу в состояние нуля, в котором отсекаются все страхи, шаблоны мышления и авторитеты, и открывается истина. И ты понимаешь новое, и можешь сказать себе «Эврика!» Я понял.
и становишься эмоционально устойчивой. Что бы у тебя ни упало, а ты говоришь, на счастье. И можешь обращать энергию стресса для решения своих вопросов. Видите, какие я картины рисую? Это когда я в Китае был, там бабочки такие летали за окном. Слушайте, такие огроменные. Но так было интересно. Я там в Китае ездил, олимпийские игры, команды нашей национальной сборной попались в эту. Итак, до встречи, друзья. Подписывайтесь на канал и на телеграм подписывайтесь. Обязательно. Там очень интересно. Да. До встречи.